Ну, вот помните эту шутку про то, что сенсация – это не когда собака покусала человека, а когда человек укусил собаку. Так вот, у меня для вас сенсация, но не связанная с животными. Слушайтесь, робот нарисовал картину сербским художником. Ну, я не буду вам объяснять, просто посмотрите, как это выглядело. Ну что же, это известный сербский художник Драган Илич. А это робот DI-2K4. А это способ их совместного творчества. Живописец нарисовал картину, находясь в огромной электронной лапе. Художник в данном случае вместо кисти, хотя кисти у него все-таки были, даже целая кассета. По словам Ильича, эта затея довольно опасна, потому что в случае поломки робота он мог получить травмы, ну или зависнуть над картиной. Но все закончилось благополучно, шедевр готов.